Медовском районе давно стала доброй традицией приглашать на новогоднюю благотворительную елку детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также детей из детских домов. Сегодня для 100 детей района была организована праздничная программа и торжественный обед. Традиционно будем проводить елки с подарками, с различными играми ежегодно. Но в этом году мы сегодня собрали детей провести не только елку и не только представление, но сейчас мы будем торжественный обед для всех детей. Праздничная программа началась с театрализованного представления. По своей красоте наряды детей не уступали костюмам профессиональных артистов, разыгравших на импровизированной сцене настоящую новогоднюю сказку. Ребята на один день примерили на себя роль своих любимых сказочных героев. 10 Мальвины из Буратино, сказочные принцессы, мушкетеры, пираты. 9-летний Тимирлан мечтает работать в полиции. Свой костюм полицейского он выбирал сам. Мне очень понравилась елка. Очень весело. Пришли Дед Мороз с Снегурочкой, ангел. Мы танцевали много. Сначала ребята были немного застенчивы, но веселая музыка и сказочные герои смогли развеселить даже самых скромных. Ребята вместе с Дед Морозом и Снегурочкой выполняли несложные задания и танцевали. Конечно, самое главное в новогоднем празднике для детей – подарки. А в этом году под елочкой ребята нашли не только сладкое ассорти, но и развивающие игры, веселые раскраски и красочные пазлы. Юлия Искевич, Илкужана Шимжанов, телеканал «Алматы».